Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Котейка ТВ, и сегодня я вам расскажу о всех моих мурашах. Ну давайте начнем. Сейчас на экранах колония Месерструктор. Колония достигает численности 40-50 особей, и когда в пробирке закончится вода, они будут переселены в сталинку. В колонии много расплода, яички, личинки и куколки. Переходим к следующей колонии. Это колония Лазиус Нигер. Мне отдал ее мой друг, мы с ним живем по соседству. Он подбрасывал коконов с улицы, и из-за этого она достигла численности целых 60 особей. Скоро, я думаю, им подключить арену, пока кормить их нормально, даю сироп, тараканов мраморных. Много расплода. Матка снесла 3 пакета яиц. Это очень много. Личинки и коконы. Был глобальный подброс. Вот видите, даже муравьи некоторые различаются размером. Ну и пока понаблюдайте, а мы переходим к следующей колонии. Это колония Мирмика Рубра. Даю я им таракана мраморного, они очень любят сироп. В колонии насчитывается 10-15 маток, может больше, может меньше, я не могу сосчитать, это сложно. Колония очень большая, поймал я много их маток под камешком одним, сразу с рабочими. Решил взять, когда делал вечный террариум. Вот, посадил, переселил в пробирку. Через недельку вот они снесли очень много яиц. Я обрадовался. И вот теперь эти яйца уже превратились в личинки. Колония большая, достигает примерно 70 особей. Лазиус Флавус. Честно, эта колония очень сильно тормозит в развитии. Думаю им устроить маленькую зимовочку, но они пьют, сироп очень любят. Но матка просто не несет яиц. Сколько я пробовал, сколько я давал им тараканов, все равно нет. У них примерно 11-15 муравьев. Ну как, они все хорошо пьют, но почему-то матка и как-то она очень тормозит, не дает расплода. Не знаю, вот такие вот дела, будем что-то делать. Кампы. Компонотус вагус. Очень большие муравьи, интересные. Пришли матка и 2 рабочих. Сейчас матка и 7 рабочих. Тоже она не впечатляет по расплоду, матка и колония. Всего 4 личинки. И вот я не знаю почему, но вот тоже кормлю тараканом, сиропом пою. Но не несет она яиц, я не понимаю, что такое. Вот сейчас пробую подключить арену, может что-нибудь-то исправится. Вообще ее не тревожу, вот только снимал видео. Сидит она у меня в шкафу в пробирке, и все, колония. Экзотика. Тоже кампы. Компонотус никобаренсис. Пришла ко мне матка с расплодом. У нее был пакет яиц, несколько десятков личинок и 7 коконов. Сейчас в пробирке матка и 10 рабочих.
развиваются они хорошо, кушают хорошо, пьют очень любят сиропчик, на тараканчика очень любят. Матка несет яйца, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу развивается нормально. Еще одни Лазиус Нигер. Во время лета такая была история. У нас на подоконнике очень много было маток и самцов. Я думал, они не будут спариваться, но спускаюсь, смотрю, по ковру бежит матка. Быстрее ее взял руками, сделал инкубатор. Все, сидела она у меня неделю, и появились яички. Я очень обрадовался этому. Еще одни мессерструктор. Пришла мне матка с расплодом. Сейчас уже 14 муравьев и матка. Много расплода, пакет яиц, личинки, куколки, беленькие и уже коричневые, скоро готовые к вылуплению. Кушают хорошо, едят семена мака и едят тараканчиков. Очень нравится.